Визитная карточка не только Челябинска, но и всей России. Ансамбль танца «Урал» в прошлом году отпраздновал 30-летие. По словам руководителей, вся творческая жизнь ансамбля, его прошлое, настоящее и будущее связаны с фольклорными традициями Урала. Для курганцев артисты исполнили русские, башкирские и татарские народные танцы. Но большая часть программы была посвящена подвигу русских солдат во время Великой Отечественной войны. Это, в общем-то, номер о том, что сейчас, допустим, занимаются раскопками и тех воинов, которые не преданы земле, их находят, привозят на родную землю, делают, то есть они предают земле, то есть успокаивают их души. Вот такой номер называется «Прозрение». Канада, США, Испания, гастроли ансамбля в основном проходят за рубежом, но и российскую публику артисты не обделяют вниманием. В этом году они готовят оперу-розыгрыш «Дюймовочка», обещают привезти в Курган и новогодние мюзиклы. Александр Гришаков, Кристина Луковинская, Александр Киселев, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион 45».